Так, приехали вот. Удлинители Непелей 90 и 45 градусов. Я их прикручу. Ну и останется уже установить его за место этого пружинного аморта. Итак, в данный момент я столкнулся со следующей проблемой. Амортизатор старый имеет вот такие вот размеры, ширина, да, у нас такая. Соответственно, раньше он сюда как-то вот помещался у меня. А этот амортизатор имеет совсем другие размеры пневмо. Получается, что он, если туда и поместит между этим всем делом, то тогда образуются вот такие вот зазоры большие, а внизу так ультра большие. Поэтому сейчас надо что-то думать. Надо что-то думать. И у меня два варианта. Первый вариант. Это у меня совершенно случайно оказался дома кусочек медной трубы, который как раз соответствует размеру болта. Ну, есть маленький зазорчик, но это ерунда. В принципе, наверное, такой же, как и шайба. Вот. А ну-ка. Шайба. Шайба тоже болтается. Единственное, что толщина вот этого. Большая разница. В два раза толще. А может даже и больше. Но у меня еще есть вот такая пластиковая труба, которая точно так же, как и медная, подходит. Вот. Даже можно сказать, что если взять, прямо вообще шикарно. Вот при помощи нее я эту проблему и решу, походу. При помощи вот такой вот штуковины, трубы такой. 20-я труба, фирма Фада, горячая вода. Она делает как раз таки из-за того, что она толстостенная, она нам дает такую толщину внутреннюю, хорошую, диаметр внутренний. Так что сейчас буду извращаться. Так, вот, значит, установил, сделал из труб проставки, так как здесь и так есть проставки, то здесь за место железных пластмассовые, снизу то же самое. Это очень удобно оказалось. Вот пневмо сдутая сейчас, сейчас все работает, точнее вот эти вот амортизаторы, которые убирают отскок и помогают самокату, я оставлю, потому что одна пневма, на нее слишком большая нагрузка идет, а эти уже помогают хоть чуть-чуть. Так вот они работают. А насос сейчас мне вот прям подъезжает в новую почту. Пойду заберу и накачаю тогда уже амортизатор. Вот, по поводу того, что оставляю их. Хочу оставить вот эти вот амортизаторы. Для чего? В новых самокатах ставят теперь по два пневма. По две пневмы, потому что по два аморта, потому что слишком большая нагрузка на один амортизатор идет, слишком большая нагрузка. Вот, поэтому вот эти два, они будут помогать, и не надо будет столько качать ПЦИ на тот амортизатор воздушный, соответственно, его износ будет меньше, поэтому я это обязательно оставляю. Ну, такие дела.
Ну и работают они нормально. Я азотный уже сколько проехал, я на нем прыгал по лесу, где только не гонял уже. По лесу вообще немерено ездил. Цена 70 гривен. Сколько это там? 160-170 рублей. То есть ничего. Они уже отъездили, уже не знаю, полтора месяца на этом самокате. Ничего не поломалось. И на том самокате на Куге. Кстати, уже почти 1000 километров азотные здесь поездили. Да, азотные здесь поездили. Почти 1000 километров. Ничего не вышло из строя. Но это уже вот масляный стоит, наверное, недельку. А, да, наверное, больше даже уже. И тоже ничего, не ломается, все окей. Ну, такие дела. А амортизатор я полностью замотал в камеру от велосипеда. Все, насос приехал, пришло уже сообщение. Сейчас заберу его и накачаю.